конечно, изменилось, потому что проходит время, и ты, конечно, взрослеешь, и многие какие-то вещи становятся для тебя более понятными, более открытыми. Самое главное, я сильнее полюбил именно то дело, которым я занимаюсь. Почему я говорю, что сильнее полюбил? Потому что я стал больше внимания уделять этому. И я думаю, что это вызвано, наверное, просто временем. То, что я смог вот 13 сезонов поработать в Большом театре, и, наверное, это очень многое значит. Сейчас все, что я делаю, каждый мой взгляд и каждый жест моей руки, он обязательно адресован непосредственно в адрес балерины, и это обязательно жест, говорящий о чем-то, и это никогда не просто так. Но я думаю, что это очень важно на самом деле. Спектакли, которые сейчас вот последние мы делали, тот же вот «Лебединое озеро», скажем, новая редакция, которая, ну, не сильно была изменена, но все-таки она была возобновлена Юрием Николаевичем Григоровичем. Это тоже было несколько переосмыслено. Это совершенно какой-то уже взрослый и осмысленный образ. Не потому что, наверное, я старею и проходит какое-то время, нет. Потому что человек просто становится более богаче. И я думаю, что я стал богаче внутренне. Я стал, может быть, где-то во многих своих проявлениях чуть умнее. И мне это интересно. Спектакли новые, которые были, вот тот же балет «Тщетная предосторожность», который привозили Александр Грант, я получил от этого огромное удовольствие и могу сказать, что он очень много мне дал. Буквально за 5 часов до премьеры, в тот самый назначенный день, в 2 часа дня, я, ходя из служебного подъезда номер 15, вот, входная дверь тяжелой рукояткой, когда я ее открыл, она как бы просто очень быстро вернулась обратно, когда я ее открыл, и удар пришелся прямо в левую ягодицу по прямой мышце, и был разрыв на 13 сантиметров, мышца была разорвана и раздроблена, и, в общем, это была очень тяжелая травма. Но сейчас я абсолютно чувствую себя здоровым, и это никаким образом не дает мне вспомнить, что происходило во время травмы, вот. Поэтому я надеюсь на то, что впредь я буду более внимательным. Thank you.
Вообще, после того, что произошло, я стал намного серьезнее относиться к тому, что происходит вокруг. Это связано и с общением с людьми, и с теми мыслями, которые были в моей голове до травмы и после травмы. Вот. Я просто сейчас стал более серьезно относиться к тем вещам, которые для меня были, наверное, где-то, может быть, второстепенными или просто такими поверхностными. Самое важное для меня вообще, то, что заставляет меня выходить на сцену, это именно мое настроение, и это именно те эмоции, которые просто выбрасывают меня на сцену. Если у меня ничего не происходит в моей жизни, и у меня нет никаких эмоций, и у меня нет никакого вдохновения, пусть оно будет... это может быть любое возбуждение, то есть степень возбуждения, она может быть положительная, она может быть отрицательная. Но если у меня ничего не происходит, я никогда не выхожу на сцену сейчас. Потому что я просто не могу выйти, не неся в себе самом ничего. Касается славы. Поскольку сейчас, на сегодняшний день, все-таки балет не имеет такой рекламы и, может быть, не имеет такого какого-то широкого, просто вот массового потребления, я не думаю, что я являюсь какой-то фигурой, которая особенно там приковывает или там притягивает к себе какое-то внимание. Приятно где-то, может быть, сказать, что я народный артист. Я к этому отношусь, в общем-то, спокойно, но мне всегда приятно, когда я награжден за труд. Всем мире очень много новых постановок, очень много авангардных таких решений, которые действительно заставляют зрителя платить деньги и идти на балет. Несмотря на все происходящее, при любой рекламе, при любой возможности, когда появляется просто афиша с большим театром, я вас уверяю, что это высочайший интерес, потому что настолько отличен сам по себе танец. В любом из наших артистов есть масса энергии, есть масса вдохновения,
очень много желания просто и как бы донести это до зрителя. В какой бы стране я ни был и как долго бы я там ни работал, как только самолет своими шасси дотрагивается до взлетной полосы в аэропорту Шереметьево или в каком-то другом аэропорту Москвы, знаете, я уже предвкушаю свое возвращение в театр. Это очень здорово. Я абсолютно счастлив, когда имею возможность репетировать и работать здесь, потому что все педагоги, с которыми я работаю, я беру от них только самое лучшее и получаю от них столько всего интересного. Каждый день я с огромным удовольствием прихожу. Очень часто Николай Борисович Фадеевичев заставляет меня поправлять самого себя. Самому тебе может казаться, что я ух какой-то, знаете, ух. Но достаточно его одного маленького слова, и как только ты увидишь сам себя в зеркало, ты понимаешь, что все-таки нужно закрыть глаза, и несмотря на то, что приятно или неприятно, все-таки нужно заставлять самого себя возвращаться к этому, и нужно работать, работал, ты всегда стараешься подстроиться под ту атмосферу и под ту ситуацию, вот, которая есть. Да? Предположим, если я работаю в Америке, то мое тело становится каким-то, ну, знаете, ну, я не могу сказать, что американским, но оно какое-то становится тяжелое, не всегда подвижное, я не знаю от чего. Но когда я возвращаюсь в театр, мне достаточно ровно 2 дней для того, чтобы приобрести то, что я потерял за время работы где-то. То есть как бы ко мне возвращается легкость, появляется какой-то воздух в ногах. И вот я даже сейчас об этом говорю, и у меня уже такое состояние, как бы, что я ощущаю его. Никогда не ограничиваю себя просто какой-то работой или театром. Я стараюсь очень много впитывать постороннего того, что происходит во всем мире. Это музыка, это кино, это, опять же, драматический театр, поскольку много очень друзей и очень много людей, с которыми мы общаемся. И каждый из них несет в себе частицу вот этого вдохновения и вот этой энергии, которая всегда есть во мне. Thank you.
что бы я хотел в театральной жизни, это спектакль балетный, который все-таки был бы, наверное, авангардным в своей хореографии. Я бы хотел, чтобы это был какой-то необычный спектакль, чтобы это был хореограф, который смог просто почувствовать сегодняшнее время, сегодняшнего зрителя и создать хореографию, которая может быть шуточной, она может быть трагичной, но она должна быть сегодняшней, она должна быть на сегодняшнего зрителя. Я бы обязательно хотел сыграть в драматическом спектакле. И я не оставляю, как бы, вот, ни в коем случае не оставляю этой возможности. И я надеюсь, что в ближайшее время я обязательно сделаю какой-то спектакль. Возможно, даже это будет мое исполнение как артиста балета. Партнером это может быть звезда из российской эстрады. И такие предложения тоже есть. Я убежден в том, что, во всяком случае, на зрителей в Большом театре это никак не отразится. Потому что моя работа, она ни в коем случае не изменится. И мое желание, и, скажем, просто вот мое вдохновение, оно никуда не денется. И с огромным удовольствием я буду выходить на эту сцену. И все, что я смогу на сегодняшний день донести до зрителей, я обязательно должен это сохранить. Зрителям, своим поклонникам, которые смотрят меня на сцене Большого театра, я хочу сказать, что несмотря ни на что, ни на какую-либо ситуацию, которая как бы что ни сложилась, я уверен в том, что я смогу доставить удовольствие тем людям, которые хотели бы видеть меня на сцене Большого театра.